Дорогие товарищи, в очередной раз здравствуйте. Да, вот я снимаю очень красивые, нежные растения, да? Да, вы уже где-то его видели, как будто бы. Да, ребята, это гибискус. Да, он только гибискус гибридный. И выведен он путем скрещивания нескольких близких североамериканских гибискусов, ребят. Да, это замечательное цветущее растение, используемое для украшения дома и сада, ребят. Понятно, что от него мусора много, оно падает, отцветает, падает. Ну а что вы сделаете, ребята? Искусство требует жертв. Зато какое приятное вот растение возле дома моего товарища. Вот какое оно интересное. Я даже пчелок видел. Летают пчелки здесь, видимо, пыльцу собирают. Так что вот такая красота, ребята. Расширяем кругозор. Пусть мы будем знать немножко больше, чем знали до этого. Ладно, будьте здоровы, всего вам хорошего.